Yeah, we saw a good game from our side. I think the first touch to the ball was the right direction. It was forward. We're going from the first minute until the last minute forward. It was good to see. Also, we can score. Also, we can fight against 11. We have one player less, and we fight for a team. And this was very good to see today. Очень хорошая игра сегодня была, я считаю. И начали именно с первых минут, играя вперед, первые буквально передачи. Так продолжали до конца игры. Сумели забить, и несмотря на удаление, бились до конца в меньшинстве. Да, начинаем от вопросов. Добрый день, поздравляю с первой победой, достойная игра. Даже в проигранных матчах команды было видно, что игроки понимают, что нужно делать и как атаковать ворота соперника. Мне интересно, какую психологическую работу вы проводили, чтобы игроки поверили в свои силы и начали выигрывать? Несколько слов об этом, пожалуйста. It's not a big work for myself. It was the whole stuff. Sport director, management, all of these guys was behind us and work. He was in the training camp. We spoke a lot in this week. We work a lot, and but it was not a big work for a coach. It was the team. They find each other. They know they can play, and they know we can better play like before. And it was good to see. It's working, and we're looking forward now. But we have to continue. It's not finished. It was one game. The last game was also not bad. If you score, then it looks always the result better. Это не только моя работа, в этом не только моя заслуга. Заслуга всех нас, и руководства клуба, и спортивного директора, и всего стаффа. Мы много говорили с ребятами, как на сборах, и особенно много говорили на этой неделе. И я считаю, что это прежде всего заслуга самой команды, что игроки поняли друг друга и нашли вот этот ключ к общему успеху. Тем не менее, работа не закончена, это только первый шаг, нужно продолжать. Нужно сказать также, отметить, что предыдущий матч тоже был неплохо сыгран. Разница только в том, что сегодня мы реализовали свои голевые моменты. Сергей, вопрос. Добрый день, Йозеф, с победой. Скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к удалению, потому что такой резонансный момент – это самое странное удаление на вашей тренерской карьере, во время вашей тренерской карьеры, или как вы этот эпизод оценили? I have to watch the situation in the TV. I don't see it now yet, and but I heard from I think the whole stadium don't see a red card. I can't believe in this position you get a red card with the ball, you know. I think it's, but I have to see I have to watch the situation and then can explain. But what I heard now it was a joke. Я сам эпизод еще не видел в записи, нужно будет внимательно посмотреть. Но я прекрасно слышал реакцию стадиона на это удаление, и я думаю, что она очевидна для всех. Но тем не менее нужно смотреть еще в записи. Но на самом деле эпизод такой очень неоднозначный. Еще вопрос. Михаил Гончаров, сайт Матч.ТВ. Как вы считаете, этот результат позволит хоть ненадолго утихнуть разговором о вашей отставке и об отставке спортивного директора? Спасибо. It's always the same in football. You get results, then nobody speak about my person. we need results, and we are Lokomotiv Moscow. We have to win games, and we have to work with the team, and that work was also in the past. We make also good work, but the results was not good, and that's always was the question after a game. Yeah, you have the next game ahead, and you have to win points. And if you have points, no one can touch about persons. Ну, собственно, весь футбол так устроен. Если ты выигрываешь и набираешь очки, и идешь вверх по таблице, то тебе слова никто не скажет, и такие темы не затронут. Поэтому просто будем продолжать свою работу. Уже был проделан большой объем, но ни в коем случае не будем останавливаться. Будем идти дальше. И мы прекрасно помним и осознаем, какой клуб мы представляем, это «Локомотив Москва». Поэтому будем всегда работать только для максимальных задач. Шугольф Александр, издание «Арти». Йозеф, во-первых, поздравляю с первой победой. Это действительно для вас важно, потому что команда испытывает большие проблемы. Не считаете ли вы, что сейчас «Локомотиву» мешает набрать ход то, что у «Локомотива» нет оптимальных игроков на некоторых позициях, а это именно центральный защитник и центральный нападающий? То есть на данный момент ни, на мой личный взгляд, может быть, на ваш тоже, ни Марк Раканьянс, ни Иван Игнатьев — это не игроки основы, это максимум игроки ротации для «Локомотива». Не считаете ли вы, что, например, спортивному блоку Томасу Цорну нужно усилиться, чтобы купить вам центрального нападающего и центрального защитника до конца трансферного окна? First, thank you. It's always a question if you have not results. Yeah? If we have now more points, the possibilities was there, then no one speak about the players was. Today on the field, or maybe we have behind in the squad. But yes, as a coach, you want always new players, and trust me, we speak about. But the situation is not always so easy. But we don't talk this in the public. Yeah? We want. We are quiet. We know what's happening. We sit on the table. We speak about all situations, what we had and what we can do in the future. But we don't talk about this in the public. You understand? I hope you understand this. Ну, касаемо футболистов, спасибо большое за поздравления. Касаемо футболистов, ситуация точно такая же, как и с тренерами. Когда идет какой-то спад, когда команда не может одержать победу, сразу же начинается критика в их адрес. Вот. Но я считаю, что даже несмотря на то, что не набрали столько очков на данный момент, сколько хотелось бы, предыдущие матчи, если смотреть чисто по игре, то они не были настолько плохими. А касаемо усиления, то да, каждый тренер, безусловно, мечтает всегда об усилении своей команды, но это все-таки внутренние вопросы, и такие вещи, они на публику не разглашаются. Тем не менее, постоянно ведем диалог конструктивный с руководством клубом, спортивным департаментом, думая, как лучше сделать для команды в этом плане эту ситуацию. Еще вопросы есть у кого-то? Да, давайте. Йозеф, сегодня Антон Миранчук вышел в самом конце. Расскажите, почему он так мало игрового времени получил? Yeah, Anton was in a training session. He feels a little bit tired in the muscle, and then it was a decision for us. We save him a little bit more, and this was the reason also for thinking. All players have to work on the field, and we know what Miranchuk can. We know the quality is one of the best player what we have, and we know what we have on his person. And now it's the next week, and you see the last minutes, he was very good. He was special passes, was special. With a little luck, we can score 2 goals more, and you see this in 10 minutes, what for quality you have this guy, and we are happy we have him. But he understands the situation, he talks about with us, and he's always in contact with us, and we have a good connect to him, and this was not against him, this was, we want to save him, and we need him as a player, he's a top player, and we are happy we have him, and this quality you see. What we get. Да, ну, решили мы поберечь на этой неделе немножко Антона, потому что такая усталость мышечная у нее накопилась за последнее время, поэтому приняли вот такое решение. Тем не менее, все прекрасно понимаете, что это очень важно для нас игрок, у нас постоянно с ним идет диалог, он понял все прекрасно, наше решение по поводу него, что ни в коем случае не против. И выйдя сегодня даже на 10 минут, он показал свой класс, несколько раз организовал хорошие атаки, чуть-чуть, если бы повезло побольше, то могли бы и 2 гола забивать. Поэтому в его способности, в его классе у нас абсолютно нет никаких сомнений, он является одним из лучших наших игроков.